В округе прошел шахматный турнир памяти Олега Зильберта. За поединками, которые провели во дворце спорта «Триумф», наблюдали мои коллеги. Мемориал мастера ФИДЕ Олега Зильберта третий год собирает в Люберцах любителей интеллектуальной игры с разным уровнем подготовки. По словам гроссмейстеров, которые тоже участвовали в турнире, шахматы развивают память, логическое мышление, концентрацию и внимание. Для Олега Абрамовича шахматы были, ну, это просто существенная часть жизни. Это была его любовь, это была его страсть. И, конечно же, мемориал в его честь, его память очень важный для нас, для семьи, для друзей. Приезжают новые люди. У нас были уже шахматисты даже из Бразилии. В этом году очень много новых шахматистов добавилось. И мы рады, что здесь играют как такие уже именитые гроссмейстеры, так и молодежь. Олег Зильберт все-таки именитый шахматист, известный, поэтому его знали многие гроссмейстеры, многие выдающиеся шахматисты. Я еще с ним был близко знаком с 80-х годов прошлого века, поэтому есть что вспомнить. Это наша молодость в Московском университете, физический факультет. Так что я приехал встретить старых друзей, вот познакомился с семьей, мне очень приятно. Так что не удивлен тому, что этот турнир ширится, что все больше сильных участников. За призовые места состязались 89 человек. Алексей Хрущев в составе сборной Республики Молдова был участником 4 всемирных шахматных олимпиад. Последние годы отстаивает честь Подмосковья. Нравится мне эта игра, интересно, с детства увлекся, до сих пор играю. Ну, я сам родился в Кишиневе, но где-то 10 лет примерно назад переехал в Люберцы, выступаю за сборную Московской области, в том числе за команду Люберец. Мы последние несколько лет чемпионы в командном зачете по быстрым шахматам и блицу. На партию не более 5 минут, плюс от 2 до 5 секунд на ход игрока. Всего 11 туров. Призовые места разыгрывались в нескольких возрастных категориях. У нас 5 номинаций. Основной турнир, ветераны, сеньоры, это после 75 лет, женщины и молодежь. Но мы ведь до Олега Абрамовича Зильберта, мы ведь провели почти 25 турниров, таких же память о нашем первом мастере спорта шахматном Герчикове Михаилу Ароновичу. И люди как бы уже знают, что у нас такие турниры проводятся, и вот как бы приезжают, они знают, что в Люберцах вот у нас достаточно доброжелательная атмосфера. Около 9 лет я занимаюсь шахматами, мне очень нравится эта игра тем, то, что я могу присмотреть все ходы заранее и понять, как может сыграть соперник. Я в первый раз, но мне очень понравилась, очень хорошая организация и очень много человек с высоким рейтингом. Интересно поиграть. Олег Зильберт ушел из жизни 4 года назад. В течение последних 3 десятилетий он был сильнейшим игроком Люберец, а в 80 лет стал чемпионом мира среди ветеранов по рапиду и блицу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.